Если вы включили в драйв гитару, то никто вам не запретит включить в драйв что? Бас-гитару. На басухе с драйвом играли многие, конечно. Но только наш замечательный Клифф Бёртон сделал из этого события. Anesthesia Pulling Teeth. Это целый трек, который был записан целиком на бас-гитаре с фузом. Говорят, что Металлика в принципе Клиффа Бёртона так и нашла. Просто они вдруг неожиданно услышали, что кто-то на гитаре играет вот так. Они подумали, это что такое? Говорят, это бас. Это бас? Бас-гитара так звучит? Вау! Давайте позовем этого парня к себе.